Следить за тренировками сына Алене теперь гораздо удобнее. В зале ожидания для родителей она может спокойно наблюдать за успехами будущего чемпиона на экране в режиме онлайн. Скоро здесь будут транслироваться и записи самых ярких поединков воспитанников нового центра дзюдо. До этого он занимался в другом клубе, а в этом году мы перешли уже в этот клуб. То есть он занимается уже не первый год дзюдо. Перешли сюда именно то, что и залы здесь лучше. И тренеров больше, скажем так, у ребенка будет больше возможностей для дальнейшей спортивной карьеры. В новом спортивном центре по дзюдо сейчас преподает около 100 профессиональных тренеров. Один из них – мастер спорта международного класса Денис Ярцев. Входит в число 16 лучших дзюдоистов мира. Является самым главным примером для своих учеников. Именно с его помощью и был построен спортивный комплекс. Много езжу по соревнованиям, до сих пор как бы продолжаю свою спортивную карьеру. И всегда обращаю внимание на то, как в какой-то в той или иной стране тренируются дети, в каких условиях, какие залы у них. И вот получилось собрать все воедино, весь опыт, весь мой наблюдательный опыт. На двух этажах разместили 3 больших зала для тренировок. Каждый оборудован специальным покрытием. Благодаря большой площади здесь смогут заниматься больше 1000 детей. Для детей сегодня здесь созданы самые лучшие условия. Причем даже внимание уделено нашей пандемической ситуации. В каждом зале своя душевая, в каждом зале свои туалеты, чтобы потоки разделялись. Новый центр по дзюдо помог построить Челябинский электрометаллургический комбинат. Детям не только создали современные условия, но и закупили тренировочный инвентарь. Количество детей, которое заявлено сначала как стартовое, 600 – это не предел. То есть можно увеличить это количество до 2400. Поэтому фактически дети из любого района города могут приехать и заниматься совершенно бесплатно здесь. Скоро в новом центре планируют оборудовать свой собственный бассейн. Также для детей поставят батут для тренировок. А летом маленьким спортсменам будут организовывать спортивные сборы. Ксения Шитлина, Павел Востротин, 31 канал.